мое объявление. Вынужден кушать-то надо. Вот. Созрели абрикосы, кроме позднего Филиппьева. Кому нужны только они, заказывайте сейчас. Урожай слабый, не скрываю. Крупноплодных всего несколько ведер. И вот самое интересное, я сейчас расшифрую. Значит, Ренат, привет. Серьезный мужик. И очень перспективный. Он делает очередной заказ. Смотрите. Я его сейчас расшифрую, это важно всем. Потому что я бы мог просто сказать, ну, пожалуйста, сотню этих, я неплохо заработаю. Где-то соглашусь, где-то буду отговаривать. В прямом смысле отговаривать. Мы уже с вами говорили про то, что из косточек, даже подвойных, можно что вырастить? С подвойных косточек можно вырастить приличные плоды. На этом можно остановиться. Вот. Зачем 50 привоев? Так. А я сейчас объясню, зачем ему 50 привоев. Дело в том, что привойные как раз те можно и вырастить до плодоношения, а из некоторых получить веточки и перенести, не дожидаясь плодоношения, сразу на второй год на подвой. И будет довольно приличные, а так как они еще привитые, на манжельце довольно приличные плоды, довольно приличные деревья. С этим я согласен. То есть три варианта. Подвойно довести до плодоношения. Часть привойных довести до плодоношения, Ренат. А с некоторых взять ветки, они же после того, когда пусть даже вот столько остается, а все остальное отрезается. Не страшно, будет вот такой вот саженец. Оставляйте 5-8 почек. Это на прививку переносите. Вот это согласен. Теперь, это касается абрикосов. У вас будет три варианта. Но мы это проходили, поэтому вы и написали. Персик хасанский бродский не будет. Так. Антон Валерьевич снова прервалось, и через 5 секунд пишет, восстановилось. Я проверил, интернет есть, но я боюсь, что, может быть, потерялась трансляция. Вот я сейчас смотрю, трансляция, меня видно. Идет, но я боюсь, что это будет уже третий фильм. Ну ладно, я тогда продолжаю. Хорошо, хоть по-быстрому, без переключения. Ага. Так, сегодня что-то все против нас. Так. И вот смотрите, это важнейший момент. Значит, я не уверен, что я вас обеспечу. 30, роскошные эти. Знаете почему? Вот, потому что у меня еще слабее урожай, чем абрикос. Впервые такое случилось, я чокаюсь. Но мы с Сергеем уничтожили лучшие деревья страшной обрезкой, страшной. Вот. Поэтому сколько смогу. Я уже к этому с протянутой рукой я брать не буду. Мой сад дублер Чернобаева, я им горжусь. Там, кроме там пары-тройки сортов, все остальное мое. Вот, сливы все мои. Вот, какой урожай будет? Ну, давайте, Ренат, так. Вы будете в числе, скажем, просьба переделать немножко этот заказ, так, попросите у меня свежий каталог, вы будете в числе первых, чтобы все-таки вам хватило этих косточек. Почему? Вы особый человек, и вы собираетесь, я не зря говорю, вы пишете 100 подвоев, 90 привоев. Вы собираетесь со сливами проделать ту же операцию, вырастить подвои, рядом вырастить, пусть корнесопцы, но, условно говоря, привои, часть, все они останутся на месте, но верхняя часть будет срезана и перенесена на подвой. Это тоже я поддерживаю, только смогу ли я обеспечить вам 90 штук. Костик, я не уверен. Вы еще и не один. Вот. Дальше начинается самое интересное, самое главное. Вот тут я против. Я теряю кучу денег, но я вам сразу говорю. Вот вы пишете, 200 косточек груши, 100 подвойных. Это понятно, что речь идет о уссурийской груши. Вот они. Дальше Лукашовка, Сварог.
если вы мне их закажете, ради Бога, но не переносите их на Уссурийку. Они сами справятся как по двое. Но они настолько посредственный вкус, можем стать и чёным, да, из творога, который только на молодых деревьях в жаркую погоду дает сладкие плоды. А более взрослое дерево, а в холодное лето уже дает такие, что вы их есть не будете. А вы еще и на, из семечки вырастите, перенесете на Уссурийку. И, возможно, все зря. Я надеюсь, что я в декабре 2022 года буду жив-здоров, и лучшие, вот они есть лучшие. Вот все, что вы наметили, включая гигант подросовья, лесную красавицу, все это чудо перенесете в виде готовых черенков от меня. Мой совет. Хотя косточки я заготовлю. Пожалуйста, выращивайте сварог и нарядную, и ладу. Пожалуйста. Вот. Или уже, например, растите, потому что сможем вырастить из семечек, из косточек роскошный сад Бодлер. Можете все это заказать. Мне еще и лучше. Но не все пойдут. Второй этап, не прижилась, допустим, нарядная фирма на Уссурийке, ваша нарядная. Ничего, догоним быстренько с помощью моих черенков. Вот такая у меня, расклад.